Всем привет, друзья! Вот только что вышел с подъезда для того, чтобы прокатиться в парке, записать ролик. И в 18:30 прогремел громкий взрыв, опять прилет, улет, хрен его знает, как оно там правильно, как это все определить. Я остановил себе на одной мысли. Прозвучал громкий взрыв, бах. Вот, а мы с соседями стоял как столб, все стояли как столбы, понимаете. Вот как-то не привыкли к тому, что как-то реагировать нужно на эти все звуки, надо научиться правильно реагировать, там под лавку прыгать, там, я не знаю, там под бордюру там куда-нибудь. Но все стоят как столбы, по сторонам посмотрели, там, и каждый опять сел на лавочку продолжать разговор. Но сигнал воздушной тревоги не было перед этим бахом. Ну, я не знаю, как там правильно назвать, взрыв, бах, прилет, отлет. Вот, вот только сейчас, через несколько минут после баха, зазвучал сигнал воздушной тревоги. Ну, как я ранее говорил, что наличие или отсутствие сигнала звуковой тревоги ничего не гарантирует. Может быть, не прилететь, может не быть звукового сигнала и прилететь. Поэтому нужно быть предельно осторожным и научиться как-то реагировать. Сам себе говорю, научиться нужно реагировать на вот эти взрывы правильно, то есть сразу искать укрытие. Итак, друзья, сегодня 12 августа, сегодня вы уже знаете о том, что ночь была в городе очень неспокойная, там 10-11, я насчитал 10 взрывов в течение ночи, по официальным там 11, ну не суть, это не суть, там 10-11 не важно, но важно то, что началось это в районе около 12 и закончилось там около 3 часов, по-моему. Вот. И вишенка на тортик в 6 часов еще. В 6 часов утра был очередной громкий взрыв. Ну, по официальным сообщениям на Станкострое пострадали два дома на Станкострое. Там в Телеграме кто заходил в Телеграм, видели мой короткий репортаж, если можно так сказать, видео с этого места. Вот, кстати, кто не записал, не подписался в Телеграм-канал, по ссылке, пожалуйста, проходите, подписывайтесь. Посмотрел я вокруг, как это все выглядит. Да, два дома пострадали серьезно. Буквально воронка глубокая была. Ну, буквально через дорогу дома, там легкие повреждения, там забор погнуло, в одном, в другом доме забор погнуло, там, ну, частично стекла вылетели, вот, по-моему, даже крышу не подорвало, я фотографии приложу в конце ролика. Проехал по соседним улицам, ну, тоже не увидел серьезных там, не то что серьезных, вообще никаких там не увидел последствий этого прилета. Вот, поэтому как-то так, да, все оно заманчиво и интересно. Как-то взрывная волна так разлетается, хотя люди пишут, говорят соседи, что осколки прилетели на соседние улицы. Ну, как есть, так есть. Еще раз повторю, не нужно терять бдительность, нужно беспокоиться о безопасности, своей безопасности, безопасности своих близких и научиться реагировать, это сам себе говорю, научиться реагировать на вот эти резкие звуки. Ну, на этом все, друзья. Всем пока, всем спасибо. Бережем себя. Всем мира, всем добра. Пока.